Здравствуйте, друзья! Это канал «Моя домашняя кухня» и я, Анастасия Вишняк. Сегодня мы будем готовить шарлотку, но не классическую яблочную, а шарлотку с клубникой. Я вас уверяю, она получается очень вкусной, пышной и сладкой. Что нам понадобится? 3 яйца, 150 грамм муки, 150 грамм сахара, 200 грамм свежей клубники, 1/2 чайной ложки разрыхлителя и немного сахарной пудры для украшения. Давайте приступим к приготовлению. Для начала будем взбивать миксером вот такая густая масса. Сюда же будем просеивать муку и разрыхлять. Вот такая замечательная клубничная шарлотка у нас получилась. Сладкая, вкусная, пышная. Приятного аппетита! Все к столу! Не забывайте подписаться на мой канал, оставить лайк. Заходите на мой канал на Яндекс.Дзен, где вы найдете еще больше вкусных домашних рецептов. С вами была Анастасия Вишняк и канал «Моя домашняя кухня». Всего доброго! Встретимся на моем канале.